Богатство, скрытое под пиками Татр. Прекрасные достопримечательности и уникальную атмосферу предлагают вам четыре города: Кешмарок, Левоча, Старая Любовня и Попрат. Регион, в который мы хотим пригласить вас на несколько минут, дышит историей и полон природной красоты. Вы найдете в нем традиции наших предков, встретите здесь сердечных и гостеприимных людей. Много или мало? Над всем этим возносится жемчужина Словакии, наименьшие вершины больших гор мира, высокие горы. Татры с каждой стороны выглядят иначе, причем не только визуально, но и по своему представлению. Природа и климатические условия вырисовывают их каждый день иными. Походы по пешеходным маршрутам. Преодолением любой татранской вершины докажете свою силу, решительность и настойчивость. Каривань – это гордость словацкого народа, на его вершине вы будете также горды сами собой. В Татрах обнаружите красоту природы. Желая солнышка, встретите на пути по Татрах живущих там животных, водопады, цветы. Дети найдут все для своего удовлетворения в скалнатом плесе на одном месте, в живописном свиште. Ваш пульс будет ускоряться при некоторых адреналиновых аттракционах, которые предлагают наши горы. Прыжок с горнолыжного мостика в неизвестность. Скорость на двух колесах скутера при спуске с гребенка. Бобслей, бахледовой, полон поворотов и уголков. Сумасшедшая езда на велосипеде. Ваша лодка будет спокойно плыть по Штрбскому озеру в поисках следующих впечатлений. В подземелье Бельянской пещеры увидите чудо природы, которое возникало из капель тысячи лет. Для лыжников это рай. Каждый из них найдет себе адекватный склон, как наиболее опытные, так и начинающие лыжники. Высокие Татры предлагают более 21 километра горнолыжных трасс. Свой мир найдут на Штрбском плесе также и те, кто предпочитает бег на лыжах. Для меня Татры, я вообще подтатранская область, ма так. Miesto veľmi špecifické. Narodil som sa tu, takže ako pre všetkých domov je úplne niečo iné ako ostatné hory, nech sú akékoľvek pekné, vysoké, exotické. Takže ja som v Tatrách doma. A myslím si, že aj kto sa tu nenarodil a prišiel tu, tak sa mu stali drogou, lebo sú naozaj nádherné na malom území. Na malom území je toľko krásnych dolín, toľko krásnych miest, že tu môže chodiť celý život, aj tak ich všetky neuvidí. С поселением в любом из татранских отелей или пансионатов, причем любой категории, проблем совсем нет. Под Татрами найдете уникальную народную архитектуру. Остурня или Ждьяр – это села, полные покоя под величественными вершинами Татр. В живописных домиках можете испытать романтический отдых. Деревянные домики помнят жизнь старших поколений, и вы тоже на какое-то время будете унесены в жизнь региона Татр.